Пробираемся на базу затмения. Погружение во тьму. Но рыскарей здесь, конечно, многовато. О, да ладно, я же аккуратненько. Второй голубенький. О, а там побольше птичка. Что это за птичка такая? Зараженный долгонок. И все сюда идут. Нет тут никого. Голубая машина. А решил просто пострелять, что ли? Долгонок. Двигаем потихонечку. Ох, нам наверх куда-то. Окей. Здорового нельзя бесшумно убить. Так, аккуратненько. Теперь как-то нужно незаметно на ту сторону перебраться. Можно убить бесшумно. Но там второй сейчас придет. Не шуметь. Да я знаю, я думаю, как нам наверх забраться. Без убийства этой птички. Здесь же она никак не залезет. Блин, надо убивать ее. Других вариантов нету. Не мешалось. А, вот по прямой можно залезть на стенку. Все? Как ниндзя? Незаметно. Там какие-то взрывы. Не обращай внимания. Тебя это не касается. Блин, ну здесь их очень много. Как вариант, можно всех перебить, конечно. Но я думаю, так неинтересно будет. Да, Самон, я же в чатике написал. Или там не отобразилось.
пришлось провайдеру звонить, разбираться, что за фигня. Так, аккуратненько пробегаем, пока никто не смотрит. Оп. О, куда-то залезла на камешек. Можно бесшумно убить. Но нужно ли? Ну, никто не смотрит, в принципе, можно, сейчас обратно пойдет. Оп. Почти бесшумно. Дело того стоило. Заодно сердце забрали. Пригодится на покупку какую-нибудь. Ну и куда ты идешь, зверюшка? Блин, если бы не этот, можно было убить бы этого. О, падальщик, все, можно. Так, еще один готов, идем на ту сторону. Только здесь что-то кустов никаких нет. Иди к тому кряжу. Ух ты ж, фак, обратно давай. Попробуй проскочить, пока они там смотрят налево. Длина шеи прямо за кряжем. Его будет видно с вершины. Теперь надо действовать быстро. Проберись туда и разбей модули, пока они не подняли тревогу. Как скажешь, сейчас все сделаем. Ну что же. И что это? Я вижу ноги, длина шеи, но самого его нет. Нет. Передатчик убрали. Загляни в ущелье слева. Может быть, там. Вот твоя осведомленность. Это там, где взрывы? Ясно. Другого шанса не будет, Элой, так что советую настроиться серьезно. Видишь мост через ущелье? Ага. Запомни это место. Сбоку крепление для веревки. Там ты выберешься. А воины затмения? Обойди или убей, как хочешь. Взрывы заглушат любой шум. Найди длина шеи и разбей модуль наверху. Попробую. Так, ну примерно понятно. Разыщите древнего длина шеи. Подготовка к бою меня раздражает. Я уже хочу драться. Сейчас подеретесь. Налево, он сказал. А слева что-то все закрыто. Земля тут обгорелая. Канавы. Проклятие! Они ведут к тем вратам. Нашего убили! Врата закрыты. Тут не пробраться. Придется идти в обход. Правда? У меня тут труп. Ну, обход так в обход.
Пойдем, главное, пока тревоги нет. Блин, нас, по-моему, видит дальний. Так, я что-то слышал. Крытно, походу, никак. Либо сейчас здоровичка убиваем бесшумно, а потом второго сразу же. Давай, быстрее. Оп! Еще один. И третий где-то был. Тектан, землекоп. Вроде все. Этот дом больше остальных. Ищи для нашей, Элой. На все остальное нет времени. А я найду время. Надеюсь, никого не упустил. Что здесь такое? Да ничего. Тут есть точки данных. Покуда король Итемен почивает в закатной крепости под опекой матери, он не сможет усвоить уроки солнца. Я пытался наставлять его, но влияние матери отбрасывает на него тень. Однажды я отвел его на балкон, чтобы он узрел жертвоприношение в кольце, но он не выказал жажды. Он отвел глаза. «Смотри на солнце», — велел я ему. «Не заслоняй свой взор. Солнце — основа всего. Сегодня оно лелеет жизнь, а завтра иссушает ее. Оно обжигает кожу и героев, и грешников. Солнце не ведает жалости, и король должен следовать его примеру, как поступал твой отец. Но не дав Итаману впитать эту мудрость, возникла она, схватила его и прижала лицом к своей груди. Как может король править, если он ничего не видит? Моего государя, 13-го короля Карха, умертвили. Он пал от рук трусов, которые не видели разницы между силой и безумием. Сильного всегда осаждают слабые. Вот были его слова, когда предатели пошли на штурм. Когда их пушки, выкованные азерамской мразью, повалили укрепления и разбили врата. Я бы сражался до последней капли крови, но то была его воля, воля солнца, чтобы я увел принца и королеву на запад, в убежище. Мой государь не сомневался. Он знал, что ему уготовано. Он взглянул на солнце и не отвел глаз. Со мной он отправил соколов, знать, жрецов и рабов. Оружием я прорубил дорогу к закатной крепости. Там мы должны были собраться с силами, чтобы выступить в поход и вернуть себе захваченный дом. Но силы наши убывали, пока мы не пролили свет на погребенную тень. Когда моему взору впервые предстала погребенная тень, я затрепетал. Разве не я был избранником солнца? Ослепительным лучом веры, призванным пронзить тьму? Разве не был то мой долг уничтожить беса? Но верховный жрец Бахалос поведал мне о пророчестве и направил меня на путь истины. Убийство короля солнца прервало космический цикл, что близок был к завершению. Весь мир был отброшен во тьму. Обречен. Чтобы колесо времени снова начало вращаться, нужно нечто большее, чем солнце и вера.
Во имя общей цели все силы должны слиться воедино. Должны соединиться тень и солнце, ночь и день. Даже погребенная тень хочет, чтобы колесо вращалось. Ведь если не будет солнца, не будет и теней. Солнце не ведает жалости, и все же, когда моя жена умерла на родильном ложе, оборвав жизнь моего нерожденного чада, я наполнился жалостью к себе. Мой государь почувствовал это, но вместо того, чтобы покарать меня за слабость, он озарил меня сияющим лучом великой милости. Он велел похоронить мою семью в священных пещерах, уготованных особам королевской крови и великим героям. Немыслимо. Больше никогда я не сомневался в том, что я избранник солнца. Больше никогда в моем сердце не было жалости ни к себе, ни к другим. Когда сон не идет, я вспоминаю нашу свадебную ночь, как ты приняла меня на брачном ложе. И как после, когда ты уже спала, я лежал рядом, созерцая твои тонкие черты. Я восторгался их красотой, но ненавидел их за то, что они так хрупки. Во мне вскипела ярость. Я почувствовал омерзение к этой мягкой перине, готовой поглотить нас целиком. И к этой комнате, запах благовоний, расшитые занавеси, все это была слабость. Я выскользнул из-под одеяла, распахнул окно и улегся на каменный пол, чтобы отринуть искушение неги. Но когда я проснулся поутру, ты лежала возле меня на холоде, нагая, как и я. Твое распростертое тело было словно высечено в камне. И ты проснулась, мгновенно, как зверь, готовый к прыжку. И ничего не сказала, слова были ни к чему. Я уже видел, что мы воистину созданы друг для друга. Вот такая вот нам предыстория Гелиса, который убил Раста. Рассказали немножко мотивы его и сущность. Так, отправляемся дальше. А, еще одна запись есть. Каждое утро я просыпаюсь от одного и того же кошмара. Кошмара наяву. Святой Меридиан в руках распутников. Шпиль высится над горизонтом, как сияющее копье, пронзившее мой разум. Каждый рассвет в изгнании — свидетельство моего провала. Но близится час возмездия. Я освобожу Меридиан, я казню распутников и верну истинного короля на престол. Моими руками будет исполнено пророчество. Да, жесткий фанатик. Так, все, ничего не пропустили. Так, а как нам пробежать? Толкнуть можно. Действительно фанатик. Все мысли об одном. Зато он не отклоняется от поставленной цели. Ты собираешься искать Длинношея? Тяжело им, наверное, было тащить сюда Длинношея. Зачем? Просто найди его и заберись наверх. Разбей модуль и потом уходи оттуда как можно быстрее. Громыхают они там здорово. Все в работе. Будем надеяться, тебя не заметят. Я его вижу. Они возвели вокруг него какое-то сооружение. Забирайся. Чем быстрее ты все сделаешь, тем лучше. Мне это не нравится. Тут что-то не так. Здесь все не так. Доберись до модуля и разбей его. Внимание! Обнаружен нестабильный поток данных. Безопасность системы под угрозой. Так, вроде никого нету. Явно мы тут не залезем.
Я вижу модуль. Хорошо, поспеши. Это и есть? Элой, сейчас не время. Железный бес. Вскрывай корпус, быстрее. Элой, делай, что говорю, или все пропало. Сущность явилась сюда. Ну вот и Аид, походу. Сущность просчиталась. Сущность не сможет меня уничтожить. Я для нее недосягаем. Ты, может быть. А это нет! Уничтожи! Погибнешь. What the fuck? Ничего себе, там их побежали. Давай, Элой, валим отсюда. Тропа испытаний. Шевелись. Советуешь? А ты думаешь, я тут ко сну готовлюсь? Да. Поспать не помешало бы. Ох, жесть, 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 побыстрее давай. И очень много роботов. Еще чуть-чуть. Что? Не дерись, беги. Бежим. Не деремся, как скажешь. Серьезно? Бежит. Поняла. Уже рядом. Всю базу поняли по тревоге. Да, я заметила. Беги дальше! Да бегу я, бегу! Впереди войны! Вижу мост! Это выход! Ну да! Так, ну вроде обошлось. Самое главное, передатчик сломали. Пришлось нелегко, но ты выжила. Ты знал, что там Аид, и ты послал меня к нему? Я не спорю, рискованно. Но выбора не было. Зато теперь мы сможем получить то, что нам обоим нужно. Доступ к тайнам нового рассвета. Я тебе больше не верю. Хорошо. Значит, ты поумнела. Доверие — это глупость. Оно рассыпается, как песок. Плохой фундамент для сотрудничества. Но взаимный интерес — вот это прочное основание, на котором мы воздвигнем новое понимание друг друга. Нам обоим нужны ответы. И благодаря тебе мы к ним подобрались. Поговорим в закатной крепости. Ах ты жалкий... скотина.
Так, задание завершено. Нервная погружение во тьму. Я выкинула бы этот визор вместе с тобой. Но мы оба знаем, он мне нужен. Что ж, закатная крепость. И новый рассвет. Великие тайны Земли. Доберитесь до закатной крепости. Блин, тоже далековато.